как я ненавижу шутеры! Не, подожди-ка. Может быть... А, о! Как я ненавижу РПГ! Тоже не там. О! Как я ненавижу моба! Ладно, замяли. Подожди-ка, что это за звук? Моба. Шутер. Парагон. О, да! Как я ненавижу Парагон! Это грязное и пошлое совмещение шутера и РПГ и моба. Хотя моб это совмещение РПГ и стратегии. Ладно, пофиг. Надо быть невероятно талантливым геймдизайнером, чтобы умудриться взять все самое плохое из всех этих совмещений. Как хорошо, что Epic Games он есть. Любите долбиться в в мобов по целой минуте для каждого? Отлично, Парагон это подарит вам в полной мере. Либо юзай скиллы, либо бей пачку крипов в 10 минут. Любите долго не кончать? Да чё ж такое-то? Любите долгие катки? В Парагоне они есть. Целых 40-50 минут боли и страданий, даже если вы проигрываете подчистую. И в отличие от той же Доты, в нем нет предметов, переворачивающих игру. В нем вообще нет предметов. Зато есть Ой, это ж просто карточки. Которые вы получаете либо за деньги, либо за уровень. И которые покупаете в игре, чтобы сделать персонажа сильнее. Но это как если бы в той же Доте вначале был доступен только сапог, вард и лечилка. А все остальное покупалось бы отдельно или открывалось бы за уровень. Зависимость от скилла. Шутники. Любите большой выбор матча? Да Любите большой выбор уникальных героев? В Парагоне это есть. О, привет, Батрайдер. Каждый герой уникальный, совершенно не спишь. Привет, Виндра. В общем, что я распинаюсь? Это только по доте сижу. Боюсь представить, сколько там из них копируют лол. Любите тактики? Ай, да в жопу все это. В игре нет тактики. Есть одна карта, в которой вообще плевать, кто куда пойдет. Опять же, в доте каждая линия уникальна ее особенностями. Там нет возможности совершать отводы монстров, чтобы компенсировать агрессию противника. Там быстрый набор уровней для ранних ганков. А тут все линии совершенно одинаковы и никак не влияет, кто куда пойдет. Может, командное взаимодействие? Вы можете пощелкать на карте. Все, даже чат изначально выключен, и ваша команда сможет его почитать, только если специально откроет его. Да и писать в шутерах не самое удобное занятие. А может, идеальный баланс между персонажами? А может, пососать? Вон, как раз бежит ближник. В игре вообще нет баланса. Всех ебут ближники. Единственный вариант, это если ты напал на него из засады. Прожал все свои способности, бил его в спину, пока он не понял, что хп слишком быстро уменьшается. И то не факт. Считайте сами, я полностью прокачанный. Со всеми топовыми предметами. Наношу за 4 тычки 280 урона с атакой между тычками около секунды. Ближник наносит 700-800 урона с временем между тычками 0,3 секунды. Баланс. И от него не уйти, если у персонажа же нет способности. Скорость-то почти у всех одинаковая. Да, и даже если попытаетесь, им расстояние не помеха. Ударная волна все-таки. А что надо сделать, чтобы тащить? Дрочить сутками и покупать кейсы. Free to pay. Покупай кейсы, или тебя будут ебать даже крипы. Спасибо, это именно то, что я хотел. А то, знаете, задницу надо разрабатывать, а то скоро For Honor выходит. Спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо. Писька, я могу пить.